Друзья, это первый выпуск без соревнования. Да, сегодня мы решили отправиться по уникальному маршруту винного туризма «Янтарная лоза». И первый пункт, который мы сегодня посетим, курорт Абрау-Дюрсо. Это безумно красивый курорт. Мне на самом деле там нравится. Почему? Потому что там помимо моря еще и живописнейшее озеро. И все это в такой в шаговой доступности друг от друга получается. Мы сегодня бываем в таком необычном волшебном месте, которое называется галерея аудиовизуального искусства. Мы сегодня попробуем что-нибудь приготовить, что-нибудь эдакое. Это будет в сопровождении бренд-шеф-повара на минуточку. Вот. И нас ждет йога. Друзья, но это далеко не все, что нам предлагает Янтарная лоза. И даже первый пункт Абрау-Дюрсо, который мы сегодня посетим, это лишь малая часть того, что можно увидеть. Так что езжайте, смотрите. Самый большой плюс во всем маршруте Янтарная лоза. По нему может проехаться любой человек, просто сев за руль. Винный туризм, Янтарная лоза, бро. И сегодня мы едем в Абрау-Дюрсо. Ага. Там много чего интересного есть. Да, если не знаешь, то скорей туда лезь. Янтарная лоза. Янтарная лоза. И начинаем мы его где? В Абрау-Дюрсо. В курорте Абрау-Дюрсо. Естественно. Это центр винного туризма, как отдельно стоящая винодельня в мире. Самая посещаемая винодельня. Это Юлия. Она сегодня проводник в мир, в волшебный мир вина. И она сегодня нам много-много чего будет рассказывать. Юль, что это такое? Это наше производство игристых напитков. Это вот все. Да, это все. И тоннели, мы с вами в них сегодня еще побываем, и современное производство. И в горе. В горе, под землей. Ну что, да, иди нас. Идем. 5,5 километров впереди. А что вот это такое? Это наш пресс, который использовали еще в советский период, но сегодня, конечно, технологии ушли вперед. Uh-huh. Это просто музейный экспонат. А что такое ассамбляж? Ассамбляж — это процесс смешивания нескольких вин для того, чтобы сохранить вкусовой стиль бренда, чтобы любимое шампанское всегда имело одинаковый вкус. Сначала мы делаем вина. Так. Вина делаем в ферментаторах. И затем эти вина мы дегустируем, отдельно каждую партию. Вина дегустируем, выставляем баллы, затем вина смешиваем, подбираем композицию. А уже потом мы направляем вино либо в бутылку, это классическая технология, либо в резервуар, это метод Шарма. А вот в этих бочках есть вино? Нет, на данный момент это музейный экспонат. Но раньше здесь, правда, делали вина, называются бочки буты, выполнены из адыгейского дуба. Объем примерно 5000 литров. Эти тоннели копали вручную еще во времена князя Льва Голицына. По его инициативе, по его чертежам. Здесь выдерживается наше игристое шампанское. Почему они взрываются? Здесь бутылки выдерживаются на дрожжевом осадке. Дрожжи расщепляют сахар на спирт и углекислый газ, и давление в бутылке достигает 6 атмосфер. Некоторые бутылки не выдерживают этого. 6 атмосфер. Да, все бутылки, конечно, проходят у нас тест на прочность, но все равно взрывается, в среднем это 3%. Все мастера, которые работают с бутылками, берут их в руки, носят специальную защитную маску. Защитная маска от осколков. Она защищает вообще, нет? Да, конечно. Мастера всегда обязательно соблюдают технику безопасности. А там даже на фотографиях я видел. А что за два ведра? Это гирит, станок для удаления осадка. Небольшая часть шампанского все равно теряется. Мастер-дегаржер специальными щипцами тянет пробку, снимает скобу, и пробка вылетает, увлекает осадок. Бутылка резко переворачивается. То есть нужно успеть? Да, быстрый процесс. Сейчас этот процесс полностью механизирован. Это вот так осадок скапливается, да? Да, дрожжевой осадок. И вот когда он уже вот в таком положении, да? Его можно удалять. Производится дегаржаж.
мы с вами отправляемся дальше, буквально через столетие. Из 19 века в 21. Современное производство, процессы механизированы. Ручной труд практически не требуется. Но людей здесь больше. Где? Ну, вот только что 2 человека пошло. Друзья, после экскурсии и дегустации вы попадаете в волшебный мир аудиовизуального искусства. Это магия. Магия музыки. Видео. Визуализация. Ну и программирование. Да. Но это магия. Ну что ж, друзья, мы продолжаем свое шествие по янтарной лозе. Да, у нас Абрау Дюрсо. Но пока, да, находимся в Абрау Дюрсо. И с нами сегодня Сергей Альшевский. Друзья, это бренд, шеф-повар. Единственный. Во всем гастрономической школы. Да, гастрономической школы в Абрау Дюрсо. Сереж, что мы будем сегодня готовить и почему именно здесь И как мы это будем делать? Сегодня мы углубимся в черноморскую кухню. А блюдо называется жареная черноморская рапана с белыми грибами и кремом из картофеля. Значит, нам нужно обжарить лучок, а при этом его надо очень меленько вот так вот порезать. Так. И чесночок. Ребят, пока вы там режете лук, вкратце расскажу еще, что мы параллельно сделаем. Мы сделаем крем из картофеля. Значит, запекли вот так картошечку прям хорошо, сильно. Ее очищают и потом протирают через сито, добавляют сливочки, сливочное масло. Все это дело разогревают. А толченка? Ну, смотрите, можно, да, через толченку, но почему через сито? Мы будем использовать такой агрегат из современных технологий, называется крематор. Ну, что там, ребята, у вас? Как дела? У нас почти все готово. Почти все готово? Конечно. Я вас тогда забирать потихоньку буду грибы. Давай. И мы вот так вот сюда раз. Так, ребят, ну хорошо, вы можете порезать огурчик. Тонко, нет? Вот огурчик, вот надо огурчик прям красиво порезать, прям красивым мелким кубиком. Или пол какой-то? Сейчас покажу. Да, сейчас. Не все так просто. Мы берем вот так вот раз, снимаем ненужную зеленую кожурку. Так вот обрезаем краешки. И теперь нежным движением ножа режем на пластиночки. А эти пластиночки мы потом режем на полосочки. А эти полосочки режем потом на мелкий красивый кубик. Не, я не издеваюсь, реально. Так, ребят, так работают, все повара делают. Запомнил. Берем игристое вино. Угу. Известного. Это вот пособие на 31 декабря. Угу. Известного российского производителя. Практически самый. Да? Самый известный, да. Красиво вот так вот. Опа! И медленной струечкой вливаем наше блюдо. Теперь нам нужно наше готовое пюре добавить в машину для изготовления крема. Вгоняем туда газ. Пошла жара. Шейк. В барах обычно кричат, главное, когда делаешь шейк. Да. Чуть-чуть посильнее. Сюда красиво выкладываем. Огурчики. Огурчики. Вот смотрите, нет. Надо просто вот так вот взять, так вот, и сверху чуть-чуть так вот раз и присыпать. Достаточно или еще? Все, хватит. И на вторую.
И у нас кульминация идет. Мы поливаем маслом. Это специально зеленое масло. Это когда выжаривается вся зелень, там перебивается блендер, выжаривается и потом отцеживается. Получается чисто зеленый цвет такой. Смотрите, видите, какое зелененькое масло. Это хороший сочный сочинский лимон. Сразу видно зимний. И вот так вот с краешку положим. Это если будет кислотности не хватает, хотя, в принципе, кислотности хватает. Но к морепродуктам всегда принято подавать лимончики. Это больше, чем гастрономическая школа. Это больше, чем Сергей. Это больше, чем отдых. Друзья, мы, естественно, после вкусного обеда, что полагается? Конечно же, йога. Продолжаем дальше двигаться по маршруту, по винному маршруту Янтарные Лоза. Да. Коля жует, он занят. Спасибо, Сереж. Большое спасибо вам. Хорошо подготовили. Да, она в еде, это нормально, так принято. Мы в йога-центре, и с нами сегодня Иван, руководитель йога-центра Абрау, Абрау Дюрсо. Мы продолжаем наш путь по Янтарной Лозе, но все никак не можем оторваться от первой точки, от Абрау Дюрсо, потому что здесь вот настолько насыщенная программа. И мы пришли в йога-центр, дабы обогатиться, получить просветление. О. Вот. Так что смотрите внимательно. Просветляйтесь вместе с нами. Спасибо. Я уже там просто. Да. Погружайся. Единый голос. Так вот очень расслабленно закончился наш сегодняшний день. Я никогда не думал, что йога это вот так. Я думал, что... А это как-то странно, потому что это и не тяжело, и не легко, и... И чувствуешь себя, да? Да. Это как-то по-особенному. Следуя по маршруту Янтарные Лоза, обязательно. Непременно побывайте на йоге. Будет это по Браудерсу. Или где-то в другом городе, неважно. Первая точка, точка отправления, и столько всего сзади. Это больше, чем отдых. Это больше, чем Абрау Дюрсо. Все, всем пока, я спать. А мы только что в Абрау Дюрсо были. Да, и знаете что? Нам очень понравилось. Едем дальше по Янтарной Лозе. Я духовно обогатился во время йоги. Ты уснул, Дим. Я про это и говорю. Началось все с экскурсии по винным, по грибам. Они находятся в туннелях. А еще там предлагают пройти квест. А потом, после дегустации, собственно, игристых вин, шампанского, после дегустации шампанского вас ждет галерея аудиовизуального искусства. Это вообще где вы прям погружаетесь в космос. Невероятная штука. Все, что мы посетили, везде получили массу удовольствия, массу кайфа. И едем дальше по Янтарной Лозе. Нас ждет дегустация сыров. А покушать я люблю. Ты знаешь, очень хорошо, что это такое прям импортозамещение. Да, на самом деле производят и моцареллу, и дорблю, гауда. Очень много сортов. И все это из домашнего кубанского молочка. Продолжаем свой путь по Янтарной Лозе. И следующий пункт – это Семигорье. Жди нас, сейчас мы приедем, будем дегустировать сыры. Как мне зарифмовать слово «сыры»?
Ну что ж, друзья, мы продолжаем свое путешествие по уникальному винному маршруту Янтарная Лоза. И мы находимся в следующем пункте Семигорья. Невероятно красиво, очень живописное место. И, что приятно, подойдет любому человеку с любым предпочтением к отдыху. Хотите рыбачить? Пожалуйста. Хотите дегустировать виноград и любые продукты из него? Этого тоже здесь превеликое множество. Хотите сыров? Хотите сыров, Николай? Хочу. Вот. Специально для вас, Николай, и, может быть, для тебя, мой милый друг. Здесь есть сыроварня, на которую можно отправиться на экскурсию, по которой вводят экскурсии, и можно посмотреть все этапы приготовления сыра, посмотреть, как его делают, как... Пойдем. Ну, в общем, да. Опа. Да-да-да, водичка. Пасочки в детстве делали. Пасочки в детстве делали. Вот так вот выкладываешь. Вот, наверное, мужчина, большой ребенок. Да, это да. Что за сыр? Это качота с наполнителями. Это тоже качота? Это качота. А что просто... это? Вот, что такое качота? Да. О, вот это потом вот такое получается. Вот за счет того, что вот эта вот плесень, мы ее потом убираем. Угу, угу. Но эта плесень дает формирование вот этой вот, потрогай. Корки? Корки. Сама вот. Это вот то, что будет. Все, это мы все трогаем Маздан. Сегодня. Видите, Маздан. Его дует. Значит, да. Там внутри будут большие дырки. Ух ты. А из-за чего они образуются, кстати? Потому что... Брожение или что? Бактерии добавляем специальные. Ага. Это бактерии, которые добавляют в сыр для того, чтобы что? Чтобы были пузырики. С тобой. Которые потом образуют дырки в сыре. Yes! Сейчас мы сменили перчатки. Да. Почему? Потому что сейчас будет горячо. Сыры. Да. Нам разрешили тянуть моцареллу. Итак, дорогие друзья, я сейчас заливаю сыр горячей водой. Дмитрий, как по-вашему идет процесс? Я думаю, прекрасно. Как будто бы жевательную резинку мнешь. Что-то есть. Угу. Вот она наша медузка. Ого. Как вовнутрь, да, его? Да, как вовнутрь. И ты когда вот себе подругу поделай. Ну, вот уже блестит наша. Отрывай его. Отправь чуть-чуть, да. Отлично. Все хорошо. Ты вот Николай. Долгий. Мне кажется, это вот в ряд дельфина и ипотерапии нужно поставить эту процедуру. Успокаивает очень. Подправь, если что-то не нравится. И холодную водичку. Не мне сейчас. Да, не мне. Так, это поглаживаю. Вот, поглаживаю, да. А, ну. Я просто немного. Отправляю. У нас есть готовая моцарелла, друзья. Да. Которую мы сейчас разрежем и посмотрим, что же там внутри. Вот видишь, она вся слоями будет. Угу. Еще больше. Берите, пробуйте, опа. Что вы накатали. Это получается сыр чечил? Пробуем, что мы накатали. В принципе, да. Ну, скрипит. Мы дальше двигаемся по Янтарной Лозе. Это больше, чем отдых, это больше, чем сыр. Ольга, друзья, познакомьтесь. Оля, расскажи, пожалуйста, вот сыры, вот все, которые здесь, это все здесь производятся, да, правильно? Да. Сколько здесь сыров? 7 видов. 7 видов. А да. Вы сколько производите? Видов 9-10. Начнем с молодых сыров. Это домашний и моцарелла. Изабелла. Компот, между прочим. Тоже делаем сами. А начинаем с домашнего, да? Пробуем без меда, потом пробуем с добавлением меда. А вот домашний, очень нежный. Да, очень нежный, но он похож чем-то на моцареллу, но он более соленый, чем моцарелла. Все разно. Из отечественного молока, да? Да, да. Молоко тоже закупается у местных фермеров. Вот компот, который производят тоже здесь, и идеально подходит именно виноградный компот.
к сырам. Что дальше? Куда? Дальше можно попробовать Белперк 0. Угу. Вот. Еще раз. Белперк 0. Белперк 0. Белперк. Белперк. Да. Белперк 0, да. Да. И затем Дорблю. Как тебе, Дмитрий? Я еще не полностью вкусил. Я сейчас сделаю так вот на вилочку. Но аромат просто невероятный из-за душистого перца. А это что за сыр? Это Валансе. Это прям кремушек, да, сырный. Дальше это... мы попробуем Качота. Качота. И Гауда. Почему к вину подают именно сыр? Скажем, восстанавливает вкусовые рецепторы. Вот вы сделали глоток вина, скушали кусочек сыра, или даже там крекер соленый, просто запили водой, для того, чтобы восстановить вкусовые рецепторы. Мы попробовали, продегустировали. Пора выбрать лучший. Все сыры, да. Давай выберем лучший. На твой взгляд. Я отдаю свой голос сыру... Валансе. Валансе, да. Я проголосую за Дорблю и Белперк 0. А мы отправляемся дальше. Собственно говоря... Не дальше, а ниже. А ниже, да, потому что, ну, побывать на винодельне и не побывать в погребах, а тогда зачем приезжали? Ух ты, ух ты. Святая святых. С ума сойти, слушай. А запах? А запах. Это мы прямо под рестораном сейчас. Прямо под рестораном. Там, где сыры дегустировали. Да. И здесь происходит... Приготовление вина. Таинство. А как? Как? Сборка урожая проходит вручную. Угу. Сюда подгоняется лодочка с винограда. Затем это у нас дробилка. Сюда засыпаются грозди винограда. Угу. Дробилка, суть ее работы. Она изначально отделяет ягоды от гребней. Сами ягоды перемалывает, но при этом не затрагивает косточку, так как косточка придает горечь вину. Угу. При помощи насоса, называемое сусло, то есть мы вместе с соком, помещается Ого. В дубовые чаны. О-о-о. С ума сойти. А эхо есть там? Крикни. Эй! И здесь уже проходит процесс брожения. Сюда заливается сок вместе со жмыхом, так называемое сусло. То, что перемешивали в течение, да, 24 суток, да, каждый, да, час. Да, находилось в дубовом чане. Сюда заливаем. Сюда подставляется еще бочка с насосом. Угу. Ставятся вот эти блинчики. Таким образом. И вручную. Вот эту штучку. Да, ну здесь нужно его, естественно, налаживать. Вручную пресс опускается и давит. Сок дображивает для выхода углекислого газа. В течение 4-5 дней оно отстоялось, так скажем, выпало в осадок. И опять-таки при помощи насоса мы уже перекачиваем в тубовую бочку. В среднем мы выдерживаем год в бочке, год в бутылке. После этого уже, так скажем, поставляем на дегустацию. Здесь в бочках сейчас залиты молодые вина, то есть этого года, 17-го. И они все здесь 17-го? Они все здесь 17-го. То есть наступает такой момент иногда, что все бочки пусты? Да. И, слушай, подожди, у меня тогда вопрос. Хорошо, все 17-го года выдерживаете? А, выдержите год в бочке? Да. То есть в следующем году? Да. С этих бочек все перельется в бутылки, да, и они снова зальются. Да, молодым вином. Мы в Семигорье, мы двигаемся по маршруту Янтарной Лозы, и это одна из точек. Я думаю, что дальше обязательно должны вы отправиться самостоятельно. Да. Ну все. Мы с вами прощаемся. Да. До встречи. Thank you.